В свое время в программе «Итоги», выходящей на телеканале НТВ, вас особенно не взлюбил Евгений Киселев, понятно, с чьей подачи, который, в конце концов, оказался агентом КГБ по кличке Алексеев. Это не хотел, он и был этим агентом, это было понятно, известно. Я еще могу назвать десятка-полтора таких. Потому что они себя ведут достойно. Из тех, кто недостойно вел, кого вы можете назвать? Да не будет, пожалуй, это больше всего изгалялся. Я почему его и обозначил, чтобы он не упендривался. Человек, который своих коллег продавал, ГБшек стучал на них, и вдруг изображает себя совесть нации. Меня это возмущало всегда. Так нельзя.